Так, хорошо. Очень хорошо. Повернись еще раз. Еще. Так. Высший класс. Что молчишь, Григорян? Ну еще или хватит? Хватит. Молодец. А? Чем не передовик? Передовик. Показывать надо. Вот таких. Прекрасно. А как у нее с показателями? Что за человек? Какие показатели? Факт налицо. Нет, я имею в виду производственные показатели. Ах, производственные? Да. С этим делом, дорогой товарищ, как вас? Микаэлян, Вилен Микаэлян. С этим делом, товарищ Микаэлян, мы не шутим. Сколько у тебя процентов? 117. А? Молодец. У нас все такие. А какую она в заводском клубе новогоднюю елку организовала для детей? Да. Вот так. На себе ее волокла. На себе? Да. То есть как? Верно. Так. А наш технолог на заводской машине за рыбу и мчался на Сиван. Что ты кляузничаешь? Ну и что? Он за это выговор получил. Да. Ну, ошибся человек. Конечно. Ну, а что произошло? По-вашему, все нормально. Ничего страшного не произошло. Неблагодарный народ. Да. Заботишься о них, выдвигаешь, а они... Да, вот именно. Снимемся в кино. Кино? Зазнались, понимаешь. Снимемся. А где? Здесь, в цеху. Никакого уважения, черт знает что. Когда? Сегодня репетиция назначена. В 17, после работы. Да-да, знаю. На, зубри. Послушайте, товарищ Саркисян, может, она своими словами все скажет? Знаю я ее слова. Она такого наговорит, что нам не поздоровится. Да, мы любим поговорить. А? Слышал? Но... Я знаю свои кадры. Вызубри наизусть текст и скажешь там. Сейчас 11. После перерыва пойдешь домой. Понятно? Ага, ясно. Переоденься и сделай завивку. Хорошо, я сделаю укладку. Пока. Ага. А Ревит такая хорошенькая. Говорить умеет красиво. Вот так девушку одну сняли в кино? Да, а что? Она артисткой потом стала. Надо же! В кино все бывает. Мы такое кино видели. Сделают из нее экспонат для выставки. Это ты от зависти. Да ладно вам. А Ревик за словом в карман не полезет. Тетя, так уж было бы что выставлять, да? Ну, тебе виднее. Ой. Эх, нашелся бы такой человек, который бы сказал, который час, а? А Мартун здесь для чего? Ведь что-то он может. Вы его еще не знаете. Он прикидывается тихоней. Мартун! Мартун, неси часы сюда. Мы вставим в них винтик. Уморила. Скажешь тоже, мастер сам ставит винтик. Еще 15 минут до перерыва. Прекратить. А Ревик, перестань. Я все слышу. Слушай, Мартунчик, а я ведь еще не начинала. Пока ты кричишь, а я молчу. А Ревик, это все ты. Это все ты, а Ревик. Сам напрашивается. Вы слышали? Проучим. Вернись на место. Я тебе приказываю. Ты слышишь? Куда? Куда? А Ревик? Что? Нам ведь еще полагается производственная гимнастика. Пропал Мартун. Она тобой займется. Беги, пока не поздно. Я тебе покажу гимнастику. Иди на свое место. Покажи, Мартунчик. Покажи, я тебя умоляю. Иди на место. Миленький, покажи. Ревик. Мартун растерялся. О, милый Мартунчик. Не подходи. И не подходи меня. Ко мне. Оставь Нет, меня. Я не уйду. Оставь. Папа, ты добрый, ты честен. Жалься надо мной.
Смотри, тут твоя дочь погибает. Папа, верни мне мои бумаги. Молодец, Оревик, так его. Молчите, молчать. Нет, я не уйду, пока ты не вернешь мне мою честь. Ура! Перерыв. Производственная гимнастика. Оревик! 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 А? Иди сюда! Чего покажу? Ха, позови свою Осико! Не хватало, чтобы я с тобой еще по крышам бегала! А зачем по крышам бегать? Добрый день, Текин Мари. Ты? Почему так рано? Меня будут снимать в кино. За что? Как за что? Я работаю хорошо. А что? Вот и наш сосед Мыко совсем недавно напился в ресторане и драку устроил. Так его тоже снимали и по телевизору показывали. Этот Мыко еще не то натворит. Уж я-то знаю. Да. Текин Мари, мне надо погладить платье. Можно я включу утюг? В прошлом месяце столько накрутила, навертел этот проклятый счетчик. Я вам отдельно за электричество плачу. Платить ты платишь. Откуда я знаю, сколько ты нажгла на самом деле, милочка моя? Кстати, телевизора у меня нет, как у некоторых. Плитку я не включаю. Холодильник тоже. Один проигрыватель. Да и тот как бельмо на глазу. Все еще упрекает. Такой дом отгрохало. Сад развела! Все ей мало. А на какие деньги вы все это построили, можно спросить? А? Thank you.
Вот и встретились. Да, встретились. Откуда ты взялся? Ушел мимо парикмахерской. Смотрю, сидишь, прихорашиваешься. Куда собралась? На работу. А ты всегда так на работу ходишь? Конечно. Что я хуже других? Ты знаешь, меня будут снимать в кино. Вот так. Да. А я вот машину покупаю. Да? Наконец-то. Очень рада. А ты как думал? Брат женился. С хорошего дома девушку взял. Ну, нашел наконец. Тесть обещал кооператив устроить. Слава богу. Хоть мать немного отдохнет. И у нас с тобой все могло по-другому сложиться, если бы ты терпеливее была. Да? Да? А что, я живу не хуже других. Чего мне не хватает? Я своей жизнью довольна. Да. Вот вспомнил, какой ты была, когда тебя привезли из деревни. А можно подумать, что ты из Парижа. Да, но мы тогда уже 10 лет жили в городе. Ой, извини. Извини. Что? Это другое дело. Я об этом не подумала. У меня репетиции, боюсь опоздать. В кино ведь не каждый день снимают, понимаешь? Ну, пока. Ну, в общем, смотри сама. Пока. Ой, какой мягкий, гладкий. Мне так нравится. Ой, какой красивый. Я его как увидела, сразу взяла. Мой любимый. И что, продают в рассрочку? Да. А по какому списку? По общему. А почему ваш цех получает очередь-то наша? Была ваша, стала наша. Вы же артисты, вас снимают в кино. Очень нам нужно это кино. Можешь и ты сниматься, пожалуйста. Кто тебе мешает? А ну, покажи. Ты куда? Пропустите меня. Ты меня в кино должны снимать. Мне некогда. Миша, извини. Да пропустите ее. Она из нашего цеха. Ваш цех следующий раз. Посмотрите на все. Наш цех должен получать. А ты почему ты им выдаешь? Моя фамилия Гвардян. Где моя фамилия? Я говорил, она разберется. Ты что, я твою фамилию не знаю? Мирош, держи его. Подожди, я тебе сейчас твой дам. Ты не мешай, сразу в порядок нарушать. Что вы делаете? Держи твой. Ответьте меня, Мируша. Зови меня, Мируш. Моя фамилия Гваркян. Достали. Подожди, Мируш, дай взглянуть. Если бы не ты, я бы точно без ковра остался. Дела такие, а? Как ты думаешь? Какая? Конечно. Ой, пошли нашим, скажи. Не отвлекайтесь, работайте. Работайте, работайте. Хорошо. Что у нас дальше по сценарию? Так. Занимайтесь своим делом. Отсюда? Нет, 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 нет. Иди сюда. Иди сюда. Ты где же она? Где ты пропадаешь? Очень. Ты о чем? Вы здесь какую-то репетицию устроили, а нашу очередь на ковро отдали штамповочному, да? Ну и что? Следующая будет ваша. Как что? А вы спросили у нас. Ну хватит, не кричи. В общем, мы с тобой договорились. А, Оревик! Эй, так уж там ковры дают. Ну что ты за человек такой? Ну так уж дочку замуж выдают, ей нужен ковер. Ну как вы не поймете? Да получите вы ваш. Так уж, ну что ты там? Ну иди скорее. Ну. Видишь, что ты натворила? Ну обойдетесь без нее. Ну что она? Да иди скорее, тебе говорят, там народу мало. Где ты раньше была? Я в очереди стояла. Не могла позвать. Неужели у вас не осталось ни одного ковра? Мы их отпускали по списку, утвержденному завкомом. Ой, что толку от этого списка? Если есть, ваша очередь не пропадет. Да. Мне ковер сегодня должен. Да нету у меня ковров, нету. Смотрите, смотрите. Давайте проверим списки, может, кого пропустили. Ну что так уж, опоздала. Все уже разобрали. Ты-то успела. Да. Как я всегда. Я вхожу во двор, вижу машина. Возле нее вещь, штамповочный цех. Я устроила скандал, тут же принесли наш список. Вот послушай, Оревик, зачем тебе этот ковер? Чего? У тебя нет ни дома, ни семьи, а мне надо замуж выдавать дочку. Уступи. Если у меня нет ни дома, ни семьи, так мне ничего не нужно. За что ты меня оскорбляешь? Я виновата, что осталась одна. А ведь, по-твоему, выходит, что я теперь не человек, что ли? Что, я всю жизнь буду так жить одна?
Да на, возьми мой ковер, я тебе его дарю. Мне. Тоже на разошла. На свои деньги куплю. А твоей дочке, носатой Вергине, и с ковром не удержать жениха. Вот. А, подумаешь, красавица какая нашлась. И повернулся язык сказать такое. Да еще раскричалась. Я к тебе по-хорошему, а ты меня оскорбляешь. Нет семьи, ну нет что, дома. Ревик, вас можно поздравить с покупкой. Ковер я тебе купила. Поздравляю. Ой, извините, я вас подвела. Ничего, сегодня была прикидка, а съемка будет позднее, примерно через неделю. Очень стояла, ковер все виноват. А текст вы не потеряли, текст, который я вам дал? А текст у меня в сумочке, вот здесь, да? Ну-ка, подержите ковер. Пожалуйста. Вот, так. Ой, не ставьте на землю. А что такое? Ну, он испачкается. Что вы? О, довольно тяжелый. А, вот ваш текст. Что дальше? Сейчас пойдем такси ловить. Идемте, идемте, стоянка здесь недалеко от проходной, идемте. Чего? Чего смеетесь? Чего? Стойте здесь, я буду ловить. Эй, такси, 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 стойте, стойте. Да, ну что, вы не можете подождать, пока машина миленький, остановится? Миленький, мне недалеко. Подвезешь, а? Да, подвезу. Идите сюда, скорей. Ну что, с ума сошли? Это что, вам фургон, что ли? Не беспокойтесь, я сама что все сделаю. Что не беспокойтесь? Я знаю, как его положить. Ну, хорошо, как, куда вперёд, вы суете? Как я поеду со штукой? Все. Да, ты знаешь, съемка дело серьезное, а ты человек неискушенный. Поэтому нам надо обязательно встретиться и поработать над текстом. Угу. Вот мой телефон. 44-30. Слушай, Оревик, а может отвезем ковер? Что, а сейчас? Потом поедем ко мне и не торопясь отрепетируем с тобой. Не могу, я должна подумать, куда его повесить. Нет, сейчас не получится, в следующий раз. Хорошо, Сашу, да, я поехали, поехали. До свидания. Я вам позвоню лучше, всего до свидания. Доброго. Всего хорошего, поехали. Меня в кино должны были снимать. Да. Моя приятельница-парикмахерша сделала мне прическу без очереди. Это ее шиньон. Она мне его одолжила. Очень красивый ковер. Нравится? Какая симпатичная женщина. Этим ковром будете сниматься? Нет, ковер я купила в рассрочку. Их завезли к нам на завод. Все покупают, покупают. Зачем он вам? 200 лет собираетесь жить? А что тут плохого? На свои честно заработанные деньги покупают. Не наворованные же? Отличишь их честно от ворованных. Порядочного человека видно сразу. А что, на лбу написано? Да, видно. Вот вы, по-моему, порядочные. Другим в машину даже сесть противно. Понавешивают сюда голых заграничных женщин. Глаза б не видели. Что? Куда ты? Останови машину! Тебе говорят, останови машину! Я сейчас выпрыгну! Помогите! Сиди! Молчись! Меня!
никак нельзя садиться в тюрьму, понимаешь? Идем, я тебе все объясню, ты поймешь. Не трогай меня. Мне нельзя садиться в тюрьму, понимаешь? Нельзя. Уйди. Я все тебе объясню, ты все поймешь. Ну, хочешь, я стану перед тобой на колени? Оставь меня, не трогай. Ты убийца. Слушаю. Да, это я. Ну, что там? А врачи? Я? Я пока опрашиваю свидетельницу. Да, ту самую с ковром. Ну, ладно. Я у себя, звони. Конечно, дело ясное. Ну, Аревик Геворкян. Горегиновна. Аревик Горегиновна Геворкян. Да. Давайте продолжим. Угу. Итак, водитель попытался бежать с места преступления. Да. То есть нет. Мы просто уехали. Как просто? С вашего согласия уехали или против вашего желания? Да. То есть нет. Ну, вы понимаете, когда все это произошло, я так растерялась, какое там могло быть желание или согласие. Ареви Горегиновна, хочу вам напомнить, за ложные показания вас могут привлечь к ответственности. Не забывайте этого. Меня? За что? Если будете говорить неправду. А разве есть такой закон, чтобы за неправду судили? К счастью, такой закон есть. Ну так с вашего согласия вас увезли или против вашего желания? Против желания. Я не вас спрашиваю, Андреасян. Ареви Горегиновна. Ну, раз человек говорит, значит, против желания. Так, он угрожал вам, применял физическую силу? Нет, в любви объяснялся. Что он говорит? Андреасян, помолчите. Так угрожал он вам? Я же сказал, угрожал. Врет он все, не верьте ему. Ха, угрожал, как же. Посмел бы он мне угрожать, да я таких, как он. Ха, посмотрите на него, мужчиной стал. А сам, как меня упрашивал, руки тряслись. Плакал ведь. Уберите ее отсюда. Успокойтесь, а то я вас обоих под стражу возьму. Я вам все расскажу. Убирайся отсюда, я тебе говорю. Как он смеет меня отсюда выгонять? Что я тебе сделала, а? Что? Прекратите. Сядьте оба. Сядьте оба.
Да, слушаю. Ну и хорошо, что так получилось. Да, спасибо тебе. Я заканчиваю. Все ясно. Привет. Ну, Андреасян, сам Бог тебе помогает. Да ни в Бога, ни в черта я не верю. Ну, зачем ты на себя наговариваешь? Только осложняешь дело. Так вот, пострадавший отделался легким сотрясением. Жизнь его вне опасности. Понятно? Поздравляю. А еще на меня сердился. Прочтите и подпишите. Оба. И я. Войдите. Давай, давай, давай. Заходи, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, симпатичная. Ты Оревик? Да. Геворкян? Да. Ну, я что говорю? Геворкян? Вы ко мне? К тебе. Ты эту комнату снимаешь? Ну? Сколько платишь? 40 рублей. Хм. А что? А зарплата какая? А кто вы такой? Подожди, не шуми. Женщина во дворе, это хозяйка твоя? Там? Ага. Да. Хм. 40 рублей! А ты говоришь, вот, посмотри. Красивая женщина, трудолюбивая, передовик. Ты передовик? Да. И без квартиры. Так ее? Эх, вы не видите, что у вас под носом делается. Угу. А я скоро получу квартиру. Я четвертая стою на очереди. Подумаешь, очередь. Я второй год на очереди стою. Угу. Ну и что ж, только бы дали, а то можно и подождать. Ага, а там, глядишь, кого-нибудь сунут без очереди, а? Угу. Как-то сунут. Почему без очереди? Нет, у нас на заводе такого быть не может. Я член комиссии. Послушайте, давайте объединим обе ваши очереди, а? Может быть, вам быстрее квартиру дадут одну на двоих? А что, а? Он холостой, ты холостая. Он холостой, ты холостая. Он холостой, ты холостая. Как бы мне вообще без квартиры не остаться. Что? Что вы стоите, садитесь? В ногах правды нет. Будьте как дома. Садитесь, Бено. Садись. Вот стул. Садись. Оревик, что ты стоишь?
Неси скатерть, накрой стол. Говорят, если два совершенно незнакомых армянина встретятся и покопаются как следует в своей родословной, то наверняка выяснится, что они дальние родственники. Давай, а ну помоги Устаму Кучу. Устам Лукуч говорит так. Будем считать, что мы к моей племяннице Маруш в гости пришли. Кто, я? А ну, Бено, что ты стоишь там? Ставь на стол все, что мы принесли. Не стесняйся, давай, клади на стол. Что это? Зачем вы принесли? Ну, зачем? Вы меня поставили в неловкое положение. Ну, я сегодня не готовила, чем я вас буду угощать. Я ничего такого не думаю. Мы люди не гордые, вот этими мозолями себе на жизнь зарабатываем. Ну что ты ей мозоли показываешь? Она же рабочий человек. Что у нее своих мозолей нет? Нет у меня мозолей. Принеси нам бокалы. Откуда они у меня? Принеси нам бокалы, пожалуйста, Бено. Эх, Бено. Бено, ты еще лет 20 не женишься. Где ты слышал, чтобы женщину мозоли украшали, а? Да я в том смысле, что хорошо, она тоже хорошо. Рабочий человек. Садись, Оревик, садись. И ты тоже садись, не стой. Садись, говорят, не стой, как памятник. Кепку сними. Кепку сними. Кепку сними, говорят тебе. Разливай. Не, я не буду. Наливай, наливай. Хватит. Давайте выпьем. Давайте выпьем за человека, которого нет с нами, но я верю, скоро он будет. Будет с нами. Да. Все. Ну так как, сестренка? Допустим, чтобы наш Андо сидел в тюрьме. Андо? Да, Андо, наш товарищ. Андроник. А почему вы ко мне пришли? Что я? Прокурор? Следователь? Ты так не говори. Ты свидетель. 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 Ты знаешь, что может свидетель? Если захочет, все может наоборот повернуть. Да. Как наоборот? Куда повернуть? Да ну ты... Подожди, подожди. Ну что ты говоришь? Ты опять не то говоришь. Что ты за человек? Подожди. Вот я тебе ничего не говорю. Пусть твоя совесть тебе подскажет. Молчу. Оревик, слушай, 2 месяца, как человек жену похоронил. Клянусь, 2 месяца. Бедная, как 2-го ребенка родила, с постели не вставала больше. 3,5 года лежала. Человек остался один, 2 детей на руках. Старушка-мать. Вот что получается. Что я тебе еще могу сказать, сестренка? Смотри сама. Почему? Почему вы мне все это говорите? Вы думаете, я не человек? Я не понимаю. Нет, я женщина, почему? Я больше вас переживаю. Нет, я люблю почему детей. Говорю об этом? Я сама могла быть матерью. Вот этот чертов ковер, будь он проклят. Я его даже не разворачивала. Ой. Довел человека. Ну, не трогай ее. Не она трогай. Ни при чем. Я же вижу. Ладно, это хорошо. Слушай. Слушай, тот старик, что под машину попал, жив остался. Ничего с ним не сделалось. Единственная твоя вина, что ты его бросила и уехала. Моя вина? Ну. Ваша общая, твоя и Андо. Вы же вместе ехали. Теперь послушай, я нашел одного адвоката. Угу. Очень умный человек. Твой институт закончил. Он мне сказал, туда-сюда не бегай. Оревик Геворкян. Вот ваше единственное спасение. Ты скажи,
что вы поехали за скорой помощью, понимаешь? За скорой помощью. Ну, не ездили мы за скорой помощью. Мы же следователю совсем другое сказали. Все, что ты говорила, не имеет значения. Ты так скажи. Ты свидетель, ты можешь изменить свои показания, понимаешь? Измени свои показания, скажи, что вы... Потом, откуда ты знаешь, куда поехал Андо, а? Откуда ты знаешь, куда поехал Андо? Может, он за скорой помощью поехал? Не ездил он за скорой помощью. Если он поехал за скорой помощью, почему он не вернулся за скорой помощью? Подожди, ну, куда он девался? Куда он девался? Откуда мы знаем, куда он девался? Слушай, а куда может шофер деться? Может, мотор заглох? Может, об столб ударился? Может, я не знаю, бензин кончился? Ой. Ты тут главное, ты хочешь помочь? Да. Чисто по-человечески, хочешь помочь? А как во время войны человек на смерть шел, а своих друзей не выдавал? Вот. Ты что говоришь? Ты войну не трогай! А тебе не стыдно? Подожди. На что бедную женщину толкаешь? Не трогай войну! Себя стереть! Хорошо, хорошо! Ты меня выслушай, что я тебе скажу. Я хочу... Послушайте, кончайте базар, вы нам мешаете! Одну минутку. Успокойся, тебя больше не слышал про войну. Что? Ну что ты разволновался? Никто не трогает твою войну. Я с тобой договорился, а ты нам мешаешь. Да. А у вас другие люди были, да? Да, они люди особые. А ты промолчи, я тебе слова не дам. Правильно, помолчи, говорю. Правильно! Другие люди были. Во время войны раненых в бою не бросали и не убегали. Ну ладно, пошли. Пошли, пошли, пошли. Иди. Простите меня, прощай, пожалуйста. Прощай, иди. Это все ты. Ты его с толку сбила. Никогда не поверю, что Бандо бросил раненого и убежал. Спокойно. Не дергай. Плавно, плавно. Так. Хорошо. Внимание. Стоп. Ревик. Хорошо. Поехали. Поехали, поехали. Мотор! Оревик, передай Мартуну часы. Мартун? Улыбнись. Теперь смотри сюда. Нет, сюда. Вот так. Начинай. Часы в наши дни давно перестали быть роскошью. Они предмет первой необходимости в семье каждого человека. И правда, кто в наше время живет вне времени и пространства? Стоп, 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 стоп! Послушай, Оливик, ты эти слова говоришь равнодушно, без своего отношения. Почему я улыбаюсь? Да, но делаешь это чисто механически. Забудь текст, который ты выучила. Выбрось его из головы. Как? Да-да, и подумай о том, что тебя волнует. Ну, думай. Думай. А теперь скажи, о чем ты думаешь? Я думаю, что наш сборочный хорошо цех, используя внутренний резерв... Не верю, в данный момент ты не об этом думаешь. Хорошо. Собственно говоря, а почему вы думаете, что она об этом не думает? Мы все думаем. Весь наш сборочный цех. Да. Совершенно верно, товарищ. Но в данный момент она думает не об этом. А она думает именно то, что она думает. Да. То, что вы думаете, это правильно, но я думаю, что она думает не об этом. Она думает о тексте, потому что текст ей... Она правильно думает. А мы все сидеть будем и гадать, думает наша Оревик или нет. Очень интересно, правда? Прочла бы Индездемону, правильно я говорю? И Мартун под рукой. Он тихо!
товарищ Саркисян, вы меня не поняли. Она скажет ваш текст, но своими словами. Вы согласны? А-а-а. Да, это другое дело. Ну вот не возражаю. Согласен. Что, так? Только так. Оревик, ты все поняла? Ну, не получается у меня ничего. Тысячи мыслей лезет в голову. Ну, хорошо, попробуем по-другому. Вот этот будильник тебе нравится? Ты хотела бы иметь его дома? Да. Нет. Так, почему? Какой бы ты хотела иметь? Зеркальный. Какой? Зеркальный. Ну, чтобы циферблат был зеркальный, понимаете? А почему? Да потому что, когда человек захочет узнать время, чтобы в этом времени он увидел себя. Да, приготовились. Ну что, вы же видите, у меня ничего не выходит. Не получается. Оревик? Всякие глупости лезут в голову. Не хочу я сниматься в кино. Убери свои часы. Есть часы, нет часов. Были они, не были. Были. Они всегда были часы. Оревик. Не думал, что у тебя такой темперамент. Ты, наверное, здорово устала. Что молчишь? Да? Постой, ты что нос повесила? Это твоя машина? Да. Давай, садись. А там что-нибудь придумаем. Ну. Прошу. Так, куда прикажете вас доставить? Слушай, давай поедем ко мне домой. Давай. Правда, у меня там творческий беспорядок. Но кофе найдется. Угу. Ну вот и хорошо. Заходи. Вот. Я тебя предупреждал. Вот это да. Знаешь что, пошли на кухню, сварим кофе, пошли. На кухне даже у самой образцовой хозяйки бывает беспорядок, так что извини. А? Нет, это не кофе. Что за чертовщина? Я сегодня утром варил кофе. Ничего не понимаю. Ага, вот оно, кофе есть. А где сахар? Ах, вот ты где. Может, ты есть хочешь? Я сбегаю в магазин, куплю что-нибудь. Нет, нет, я обедала. Ну, смотри, как знаешь. А может быть, я все-таки схожу в магазин и принесу что-нибудь, а? Не, не надо. Ну, как хочешь. Ай-яй-яй-яй. Ого. Ну как? Да. Ты знаешь, когда я нервничаю, я должна что-нибудь делать. Недаром говорят, каждая женщина прирожденный дизайнер. Ага. Кто? Художественный оформитель. Я бы очень хотел. Ой-ой.
Сядь лучше на диван. Хорошо, хорошо. Я бы очень хотел побывать у тебя дома. Представляю, какой там порядок. Спасибо. А у меня нет квартиры. Как нет? Так, я снимаю комнату. Слушай, я ничего о тебе не знаю. Ну, есть, наверное, у тебя семья, муж? Был. Был. 5 лет мы прожили вместе. Я так считаю. Если человеку всего важнее в жизни иметь машину, пусть копит деньги. Зачем ему мешать? Мне только мать его жалко. Хорошая она. Маленькая такая, добрая. Замучили ее сыновья. Один все мечтал о богатой невесте, а второй хотел иметь машину. Деньги копил. Да. Веселенькая история. А может, это и к лучшему. Дом, семья, конфликт. Один великий арабский философ сказал, когда дом готов и все в нем на месте, в него входит смерть. Дурак. Кто? Твой араб. О. А что ты смеешься? Забудь о философе. Аревик. Посмотри вокруг и скажи, чего здесь не хватает, а? Ну, чего в моей комнате не хватает? Здесь? Да. Ковра. Точно. Ты угадала. Твоего ковра и тебя, сидящий на нем. Слушай, купи у меня ковер, а? Что? Ну, купи у меня мой ковер. Ты знаешь, какой он красивый. И я его даже не разворачивала. Я тебе за свою цену его отдам. Ну, купи у меня ковер, я прошу тебя, ну. Не вижу, понимаете? Выхожу, смотрю, он лежит. Вокруг никого не было. Побежал к автомату, вызвал скорую. Я думал, а с родными этого старика говорил кто-нибудь? Договорили. Да. Не ожидал я, что все так получится. Если бы Андо остался на месте, не уехал. О чем он только думал? Не похоже на него. Все было бы по-другому. А пусть он скажет. Поехал, позвони. Видал? А свидетельница? Она подтвердит? Откуда эта проклятая баба свалилась на его голову? Разве мы выбираем себе пассажиров? Если бы свидетель сказала... Слушай, выключи, пожалуйста. Я... И вообще, откуда ты взялся? Кто ты такой? Иди своей дорогой, иди отсюда. Иди, иди. Ступай. Ну, что вы, ребят, иди, ну что вы, ребят, иди. Ладно, Пено, иди сюда. Эта свидетельница такая ведьма. Говорят, даже следователь сказал. Ты что, да, говорит, гробишь человека? Да. Нам известно, следователь хороший мужик. Хороший? Он золотой человек, Бено. Что ты, таких бы побольше. Понял. Привезли. Я сам, не мешайте мне. Тихо. Опять ты здесь. Что тебе надо? Уходи отсюда. Выглядите вы, слава богу, отец хорошо. Прямо юноша. Стыдно, гражданин. Человек инвалидом стал, а вы издеваетесь. Оставьте нас сами. Пожилой человек. Инвалид улыбается. Мне бы попасть в такую аварию. Не прикидывайтесь дурачком. Этот номер с нами у вас не пройдет. Вы бы его до аварии так оберегали. По магазинам все бегал. Не груби женщинам. Учишь вас, учишь, правильно и все говорит. Пестол. Молодец, Сабу. Скоро. Ты понял, что я сказал? Поезжай сейчас же за детьми. Бено, слушай, в первом ряду должны сидеть дети Андо. Пусть видят, кого судят. Не пускай туда посторонних. Прошу, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Жора. Здравствуйте. Какой человек, а? Какой человек? Вот кто шоферскую душу понимает. Только бы она не подвела. Слушай, Бино,
Мукуча тоже надо посадить в первый ряд. Понял? Ясно. Иди. Что как еще? Думаешь, ему много дадут? Паче, почему ты не в первом ряду? Ты должен там сидеть. Не беспокойся. Иди. Перейду. Иди садись. Хорошо. Проходите, проходите. Левон, вставай. Садись, иди, Мукуча. Иди, садись. Раз я опять ты все путаешь. Веди налево. Веди налево. Понятно. Извините, они ошиблись. Зря вас потревожили. Так, граждане, подвиньтесь. Сидите спокойно. Я помещусь. Извините. Помещусь. Извините. Этот ряд не занимайте. Товарищи, я к вам обращаюсь. Товарищ. Опять ты. А что тут по билетам? Ну-ка, встань. Уберите отсюда, чтоб я его больше не видел. Уходи отсюда. Уходи. Детей сейчас привезти? Нет, не надо. Детей я сам приведу. Слушай, сними кепку. Ты не дома. Вызывается свидетельница Аревик Геворкян. Вызывается свидетельница Аревик Геворкян. Меня? Да, пройдите в зал. Назовите суду вашу фамилию, имя, отчество. Аревик Горегиновна Геворкян. Кто это такие? Проходите. Аревик, иди. Идите в сатуме. Так, садитесь. Так, Аревик, садись. Вот так. Я вас прошу, граждане, уведите детей, пожалуйста. Мой подзащитный просит удалить из зала его детей. Нет. А вы что? Суд удовлетворяет просьбу подсудимого Андреасяна. Выведите детей из зала суда. Почему? В зале суда не разговаривают, гражданин. Суд требует вывести детей из зала заседания. Дети хотели повидать отца. Что тут такого особенного? Идите. Идите, Сатома Эрик. Кому они помешали? Прошу не спорить. Зачем вы его слушаете? Эх, Андо, Андо, так ты ничего и не понял. Подумаешь, характер свой показывает. Что за человек такой? Ваня, возьми детей, отвези их, пожалуйста, домой. Хорошо. Побудь с ними, пока я не вернусь. Я здесь должен быть. Ладно. Только смотри, не оставляй их одних, пока я не вернусь. Эх, Андо. Итак, свидетельница Геворкян Аревик Горегиновна. Тихо, садись. Я повторяю свой вопрос. Вы подтверждаете, что гражданин Андреасян, сбив пострадавшего, бежал с места происшествия, не оказав ему необходимой помощи? Отвечайте. Да или нет?
Да. Несправедливо вы его судили. Целый год человек должен сидеть в тюрьме. А за что? Ведь старик жив, здоров. Ничего с ним не случилось. Подумаешь, потрясли немножко мозги. Что он ученый или поэт, что ли? Ну, наезд все-таки был. А? Хорошо, что так все кончилось. Могло быть и хуже. За это надо отвечать. А я бы этих здоровых невесток бы судила за то, что несчастного старика одного на улицу пускают. Да еще я тут со своим ковром. Товарищ Никогосян, что, посадили все-таки нашего Андо? Ничего не поделаешь, и закон. Мы все это понимаем. Закон есть закон. К вам претензий нет, вы хороший, честный человек. А вот она вырядилась. На свадьбу пришла. А что мне? В грязном халате выходить, что ли? А вот это зря. Может быть. Не знаю. Ладно. Я пойду. До свидания. До свидания, Жора. Может, и правда мой ковер ему помешал? Может быть. Вот видите. Но поймите, ведь не могут вас судить за то, что вы ковер купили. Он не имел права вас в машину сажать. Значит, он один во всем виноват. Шофер такси за все в ответе. За машину свою, за негабаритный груз, за пассажиров, которых везет, за пешеходов, которые тут ходят. Не может же один человек за все отвечать. Все мы за многое отвечаем. А я за что? Не спеши. До свидания. Асяны живут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Дай мне. Да уйди ты. Раз, два, три, не скажете, где Андрей Асяны живут? Раз, два, семь, два, восемь, поднимитесь девять, по лестнице шесть, и направо пройдите. Раз, два, по этой? Три, четыре, пять, да. Шесть. Ну, это мой пройдите мяч. По коридору и вторая дверь. А вы не знаете, они дома сейчас? Не знаю. Раз, два, три, дай теперь мне. Играл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бип-бип-бип-бип. Бип-бип-бип-бип. Коля, перестань орать, у меня уже голова болит. Бум. Бум. Я устала. Мама. Мама. Нет, это не мама. Я Оревик. Ты Оревик? Это я Оревик. Как, ты тоже Оревик? Да. Так значит, мы обе Оревик. Ну, ты будешь маленькая Оревик, а я большая Оревик. Ладно? А он? А это мой брат Овик. 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 Здравствуй, Овик.
Здравствуй. Слушай, по-моему, там что-то горит. Ой, молоко! Бабушка нас ругать будет. Убежала. А где у тебя тряпка? Вот. Ой. Ну, сейчас. Так, поставим. Сейчас мы это все так уберем, что бабушка твоя ничего не заметит. А что, она у тебя сердитая? Да нет, не очень. Не очень? Слушай, а ты что, не причесывалась? А? А что? Ну, на кого ты похожа? Посмотри. У тебя есть гребешок, я надеюсь? Угу. Ну, пойди причешись, приведи себя в порядок. Ты же красивая девочка. Поиграем? Я строю корабль. Ой, какая красивая кукла. Очень хорошая. Ой, у нее нога оторвалась. Ее причесать надо, и она перестанет сердиться на нас. Она все понимает. А как ее зовут? Никак. Никак. Как никак? Ну, у нее должно быть имя. А зачем? Зачем? Обязательно все люди имеют имя. Вот ты Эвик. Он Овик. А как ее зовут? Ну, давай и ей придумаем, ладно? Угу. Ну, скажем, Карине. Нет, не хочу Карине, она противная. Противная. Почему, у вас есть противная девочка в классе? Нет, во дворе. Во дворе. А я вот ненавижу имя Рузанна. Первая сплетница была в школе у нас. Ну, назовем ее, ну... Сона. Сона. Нравится? Да. Сона. А что подходит? А сейчас повтори несколько раз. Сона. Скажи. Сона. Сона. Ну и что? Ну, ты посмотри. Видишь, она тебе улыбается. Успокоилась. Возьми ее на руки. И мне, кукла, и мне. Это мама? Угу. Мама? Где мама? Где? А наша мама уехала далеко-далеко, но она приедет. Она сказала, когда мой Овик вырастет большим, я обязательно вернусь. Правда, большая Ревик? Да, да, конечно. Ой, я совсем забыла. У меня для вас что есть? Сейчас. Вот здесь конфеты, это тебе. Держи, Овик. Сейчас достанем. Приготовились. Внимание. Овик, ты посмотри, какие у него усики. Нравится? Ты знаешь, кто это? Смешной, правда? Сейчас мы его заведем. Посмотри, это же доктор Айболит. Потрогай. Осторожно. Интересно. Вот видишь, как надо пить лекарства. А тебя уговаривать надо. Ну чего ты смеешься? Овик, нравится? Не беспокойся, пока я жив, дети Андо не будут сиротами. Спасибо. Дядя Жора пришел, ребятки, где вы? Дядя Жора!
Чем вы тут занимаетесь? Возьми, держи. Спасибо. Мы в шахматы возьми, играем. Возьми, 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 возьми. О, забодаю. Почему у него руки грязные, а? А он у нас грязнуля. Это ты? Зачем пришла сюда? Да, вот, дети, я проходила. А что дети, что? Ты только теперь вспомнила о них? Да? Ну что, дети, что? Слава богу, одеты, обуты. При них не надо. Ни в чем не нуждаются. Дети ни при чем. Зачем дети? При них? Ни при чем, да? Сатом, Эрик, иди сюда. Иди сюда. А ну посмотри, ты ее знаешь? Не знаешь? Что ты делаешь? Это же большая Оревик. Ты поняла? Это большая Оревик. Ха-ха. Очень большая. А ну посмотри еще раз, неужели ты не узнаешь? А, явилась. Явилась. Ну смотри, радуйся. Несчастных детей оставила без отца. Ну что, добилась своего? А ну убирайся. Тебе все мало? Ты ее хочешь убить? Успокойся, Сатана. А ты? А ну убирайся отсюда. Иди отсюда. Убирайся, оставь девочку. Иди отсюда, иди. На, возьми. Уходи отсюда, нечего тебе здесь делать. Уходи. Успокойся, Сатана, Эрик, успокойся. Пусть твой дом так же опустеет. Из-за тебя дети сиротами стали. Оревик, что-нибудь случилось? А что это ты какая-то? Какая? Не знаю. А поднимемся ко мне на чердак. А? Угу. Правда? Правда пойдешь? Как хорошо. Я там так здорово все устроил. Тебе понравится. У меня все есть. О, голубей нету. Они там, в другом месте. У меня есть магнитофон. Такие записи, упадешь. А ты какую музыку больше всего любишь? У меня есть журналы, последний номер экрана. Там такие фотографии. Ты заходи. Я тут немного приберу. У меня все разбросано. Так. Вот. Руку подай. Ой, прости. Вот. Осторожно. Сейчас магнитофон включу. Аба, хочешь послушать? Садись в кресло. У меня здесь и плитка есть. Тебе удобно? Сейчас сварим кофе. Ты ведь любишь кофе, да? Вот. Посмотри. Посмотри, на кого похоже. Ты только внимательно посмотри. Она ведь на тебя похожа. Посмотри. Неужели не видишь? Правда, похоже. Сначала не похоже, а когда долго смотришь, это ты. Mm.
Это в нашей школе конкурс проводили. Образ современного молодого человека. Вот я и снял тебя. Я за эти фотографии еще получу первый приз. Вот увидишь. Ты плачешь? Что с тобой? Тебя обидел кто-нибудь? Ну скажи, что случилось? Кто тебя обидел? Скажи, кто тебя обидел? Ну почему ты молчишь? Он меня плохо знает. Ну, успокойся. Я ему все выскажу. Оревик, это правда, что у того шофера жена недавно умерла? И двое детей осталось. А у него, между прочим, и бабушка умерла. И дедушка умер тоже. И теща умерла. Что вас еще интересует? Ну чего ты злишься? Не хочешь мне отвечать? А, будь проклят тот день, когда я купила этот ковер. Что ты раскричалась? Что я тебе такого обидного сказала? Ой, это все так уж. Она во всем виновата, сглазила меня. Ой, Оревик, у нее такой дурной глаз, на что не посмотрит, все высохнет. А, чтобы ее перевернула и шлепнула как следует с ее дурным глазом. Что с тобой, Такуш? Оревик, Оревик, посмотри. Посмотри. Ну и глаз у тебя, Оревик. Вот напугала нас. Откройте окно. Откройте окно. Да не переживай, ты плюнь ты на своего зятя, проживет твоя дочь без мужа. Ну. Напугала нас. Скажите, пожалуйста. Да. У вас есть занавески? Какие занавески? Ну какие, бамбуковые, с шумом. Вы их вчера получили. А зачем вам занавески с шумом? Для приданого. Может, я вас без приданого возьму? А, вы все так говорите, а потом... Какие занавески? Для вас будут. Угу. Будьте любезны, покажите вот это. Здравствуй. Здравствуй. Я тебя сразу узнала. Что ты возишь? Землю возим. Зачем?
Сады во штараки сажаем. Что, во штараки своей земли нет, что ли? Такой нет, это с Кубани привезли. Держи. Спасибо. Это еще кто такая? А я племянница, маминой сестры, дочка. Родственница. Слушай, хочешь, я тебе достану сигареты с фильтром? Да нет, я такие курю. А хочешь, я ему скажу, и он отвезет тебя домой? Детей повидаешь? Нет, нет. А это мне ничего не стоит, я ему просто скажу. Да не надо, не лезь не в свое дело, говорят тебе. Ой, свалился ты на мою голову. Слушай, ты человек или нет? Неужели ты не соскучился по детям? Не хочу, чтобы меня таким видели. Поняла? Как ты тогда сказала? Когда? На войне раненых не бросают, да? Совсем не так было. Твой друг Бено взял и брякнул о войне. А потом Истамокуш сказал, войну не трогайте. Он правду сказал. Другое время было. Другие люди были. Отойди, ну, разве можно сравнивать войну и наше время, слышишь? Другие люди были. Мальчик, иди сюда. Ты в этом доме живешь? Нет. Ну, это не имеет значения. Поднимись, пожалуйста, на второй этаж и передай этот сверток Андреасянам. Неохота. Что, неужели это так трудно сделать? Передай, пожалуйста, прошу тебя. На. Молодец. Что сказать? Если взрослых не будет дома и дверь откроет девочка, то скажи, что это прислала большая Ревик. Это я, понимаешь? А если вдруг откроет старуха... Ну, скажи, что это прислал какой-то незнакомый мужчина. Ладно? А, это ты посадила дядя Андо. Никого я не сажала. А ну, отдай мне сверток. Ладно, отнесу. Смотри, я здесь буду ждать. Передал. Спасибо. Пожалуйста. Оревик. Здравствуй. Здравствуй. Вот видишь, опять пришла. А у нас бабушка свалилась. Как свалилась? С чего? С ног. Она вчера заболела. Пришел доктор. Вот этого еще не хватало. Как же вы теперь? Не знаю. Пойдем к нам. А ты помнишь, какой она мне в прошлый раз концерт устроила, а? Ты только подумай, как я могла посадить твоего отца. Да разве я решаю, кого сажать? Ну, разве я виновата, что так случилось? Если бы я сказала неправду, это бы ему помогло? Ты тоже так считаешь, наверное? Нет. Пойдем. Стой, подожди. А этот самый толстый Жор у вас? А, он в Москву уехал. У нас только соседи. Ты их не боишься? Я? А я никого не боюсь. Тогда пойдем. Я только не люблю, когда на меня кричат. Я тоже. Я так рада, что ты к нам пришла. Надо температуру измеряли? Трубы и поставить. Надо было измерить, как же так можно. Все понятно. Здравствуйте. Прошу. Здравствуйте. Вас. Прошу. Проходите. Слушай, а если попробовать? Вот, пришла полюбоваться на мою беду. Не надо, Сатома Ирик, успокойся. Нет, нет, она не бредит. Лежите спокойно.
не обращайте внимания. Эмоциональный стресс. Здесь холодно, я вам не советую раздеваться. Вы можете простудиться. У меня на участке много гриппозных больных. Гриппозных? Да, а я один, так что у меня просто не будет времени лечить вас и вашу дочь. Какая она и мать. Она вовсе не мать. Мамаша, это ваше семейное дело. Ну, пока, поправляйтесь. Ну, все обойдется. Да, да, да. Не беспокойтесь. Направо? Да. Угу. Сатома, Эрик, успокойся. Не сладко вам? Мне? Да. Почему? Я по себе знаю. Ох уж эти свекрови, а у меня теща. Прямо скажем, не сахар. Да, вот это будете давать... По одной таблетке 3 раза в день. Угу. Естественно, после еды. Угу. Хорошо бы поделать инъекции. Но у нас с медсестрами трудно. Прямо не знаю, чем вам... Уколы? Да. А я умею. Прекрасно. Получите удовольствие. Своей теще я делаю уколы сам. Никому не доверяю. Удовольствие колоссальное. И нервную систему успокаивает. Правда. Очень холодно у вас. Не понимаю, почему так холодно? Вы знаете, у нас как назло испортилось паровое отопление. Тогда включите плитку или найдите где-нибудь керосинку. Угу. Можно ведь что-то предпринять в квартире, старая больная женщина. Нельзя ведь так, товарищи, что вы. Надо же. А что, разве эти священные развалины не подлежат сносу? Вот как раз мы об этом и говорим. Как же, доктор, подлежат. Нам даже известны номера наших будущих квартир. С предстоящим новосельем. Доктор, вынесли с собой рецепт. Извините, склероз у врачей тоже бывает. До свидания. До свидания. Слушай, а где ваша печка? У вас ведь была печка. Да, она продырявилась. Дядя Жора обещал новую, а сам уехал в Москву. Ах уж этот ваш дядя Жора. Что это? Как что? Печка. А чем ее топить? Чем? Говорят, надо уголь сюда засыпать. Ты с ума сошел? Где мы возьмем уголь? Какой уголь? Слушай, убери эту печку. Я лучше свою старую керосинку принесу. Не нужна нам керосинка. А то бери отсюда свой паровоз. Иди домой, а то простудишься. Оревик, ты вернешься? Ну, как ты думаешь? Разве может большая Оревик уйти от маленькой? А? Ты только потеплее оденься и одень Овика, а я скоро вернусь. Ты что, уходишь от нас? Да. Да нет, не ухожу. Ну что ты стоишь, иди помоги мне. Стоит как вкопанный. Сейчас. На, держи. Бип-бип-бип-бип. Бип. Осторожно, Овик. Уступи дорогу. Бип-бип-бип-бип. Ну вот. Бип. Сейчас я тебя раздену, сделаю укол, и ты поправишься. Я тоже хочу укол. Нет, Овик, ты еще маленький. Не бойся, Сана, это совсем не больно. Сейчас, Сатома, Эрик. Лежи спокойно. Эх, сироп, сироп. И здесь-то оказался хитрее меня. Сам умер, а я вот мучаюсь. Сатома, Эрик, будем делать укол. Приготовьтесь, через пару дней все будет в порядке. Смеешься? Я? Нет. Бесстыжие. Тебе только людей колоть. Ну, повернитесь на бок. И ругайтесь, как вам будет угодно. Я к этому привыкла. То-то ты такая толстокожая. Угу. Наша бабушка толстокожая. Тише. Кстати, вы очень похожа на мою бабушку. Что бы я ни делала, она всегда всем была недовольна.
Ты ее сосвету жила. Да, ее живешь, как же. Она всех своих сыновей похоронила. И невесты к придачу. Ты что же, одна осталась? Одна. Я крепкий орешек, меня голыми руками не возьмешь. А ну, повернитесь. Скажи детям, чтобы отвернулись. Пусти, пусти, пусти. А вы не двигайтесь, а то больно будет. Ну вот и все. А вы боялись. Так, давай тебе. Вы что делаете? Убираю, не видишь разве? Чему? А кто это сделает за меня? А ну-ка, дайте мне тряпку. Ты иди, уже поздно, чего тебе с нами возиться? Зато, Марик, вы ложитесь, я сама уберу. А потом уйду. Обязательно уйду. Работаешь? А? Да. Ставим вот эту штучку, и они будут тикать. Покрути колесико. Хочу. Что? В туалет? А-а-а. Орелик, дай я его отведу. Ты что? Ну ладно. Он же мужчина. Орелик, мы сами, да? Мы сами. Пойдем. Ты выполнил то, что мы тебе поручили? Нет, еще не успел. Только прошу тебя, сделай это деликатно. Ладно, ладно, что вы меня все учите? Нашли, кому поручать. Мы тебя знаем. Ты посмотри, а? Очень хороший мальчик. Мне бы такого внука. Рывик-то воображаем. Вот, молодец. Ну как? Порядок. Поехали дальше. Рик, распишись, пожалуйста. Вот. Раз, два, 30. Что это такое? 40. Тут мы деньги собрали для тебя. Для меня? 50, да. Зачем? 60. Зачем? Какие деньги? Ты можешь что-нибудь по-человечески сделать? Зачем ты расписываться заставил ее? Кто просил? Полюбуйтесь на него. Не учи меня. Ты бюрократ. Деньги любят порядок. Люди могут подумать, что я... Зачем мне ваши деньги? Зачем? Просто так. Девочки решили помочь тебе. А что, двоих детей сразу завела, да еще свекровь в придачу. Не нужны мне ваши деньги. Кто вас просил, кто? Не нужны. Обойдусь без вашей помощи. Уйди. А ты, пожалуйста, не швыряйся. Не для тебя их собирали.
Думаешь, судьба детей касается только тебя? Ошибаешься. Так уж правильно говорит. Разве ты справишься одна? Мы же не чужие тебе. Ты в нашу искренность веришь? Да. Гордая ты и скрытная. Что у нас сердца нет? Ты среди людей живешь. Дедушка! А? Ой, опять это вы. Я их спрашиваю. Куда вы идете? Масло? Что вы опять хотите под машину попасть? В какой стране? Идемте со мной. А что, куда вы? Какой вы? Неужели ваши невестки не обойдутся без этого масла? Масло я обойдутся. Уже купил. Надо же. В магазине купил масло. О, Господи! Вы, дедушка, сидели бы вы дома. А то из-за вас опять какой-нибудь шофер в беду попадет. Да, едут и едут. С вами-то ничего не случается. Да, да. Да стой ты спокойно. Вы заговоренный какой-то. Аревик, садись, подвезу. А ведь мне на ту сторону. А? Ребята, вы меня в школу подбросите? Это еще кто появился у нас? Не пугайте ребенка. Не бойся, это дядя так шутит. А ты сам напугай его. Ладно, отстаньте. Это его надо в школу? Ну, разве таких водят в школу? Его надо домой, а девочку надо из школы взять. Понятно? Задерживайся, беги домой. Хорошо. Пока. Поехали. Спасибо. Аревик, подожди. Аревик, почему ты мне правду не сказала? Какую правду? О детях. Думаешь, я бы не понял? А ты сам все разговаривал. Все рассказывал о каком-то арабе, о какой-то смерти, которая входит в твой дом. Смешная ты. Это же арабская пословица. Пословица. А я не люблю, когда со мной пословицами и всякими загадками разговаривают. Люди должны говорить друг другу только правду. Прямо в лицо. Понял? И все-таки о детях могла бы сказать. Ничего со мной не случилось. Ну, езжайте. Мы пойдем пешком. Вы нас не ждите, мы можем задержаться. Да. Ну, все. Я пошла. Так я и не понял, что ты и кто ты. А ты думаешь, я знаю? Езжайте. Хорошо, что вы пришли сами. Хочу поставить вас в известность, извините, что я весьма обеспокоена ее поведением. Ой, но я ведь не опоздала. Еще не все разошлись. Сегодня она такое натворила. А ну, расскажи сама. Расскажи, что расскажи. Что ты натворила? А? Придется сказать за тебя. Она избила Карена. Какого Карена? Вот этого, своего одноклассника. Вот этого толстого? Да. Ха. Он вовсе не толстый, а упитанный, как я. Мы хорошо следим за своим ребенком. Он не такой тощий, как ваша дочь, и как вы, кстати. Ну, что она говорит? Аревик тощая. Она стройная, женственная. И, кстати, у нее очень хороший вкус. Она терпеть не может толстых мальчишек. А я, по-вашему, не женственная, да? Ну, как сказать. И ваша дочь уже разбирается в мальчиках. Ну, что вы говорите? Что вы хотите этим сказать? Именно то, что я сказала. Что? Вы мать. У нее нет матери и отец в тюрьме. Что ты сказала? Пожалуйста, прекратите!
Не знаю, что мне делать. Ты же девочка. Подраться с мальчиком? Ну, хорошо, пришла я. А если бы пришла бабушка? Ты хочешь, чтобы она опять заболела? Хочу. Ты понимаешь, что говоришь? А ну, иди сюда. Что с тобой? Она целыми днями причитает. Вы несчастные, вы сироты. Еще мама не умерла, она уже причитала. Но она же старенькая. А тут еще за вами ухаживать надо. Ты думаешь, в ее годы это легко? Отдайте нас в детский дом. Почему? Почему ты такой злой человек? Ты знаешь, вот злой человек – это самый несчастный человек на свете. Он ни себе, ни людям не приносит никакой радости. Хочешь, я тебе раскрою один секрет? Хочу. Вот когда тебя обижают, ты улыбайся. Как? А вот так вот. Вот меня обижают, а я улыбаюсь. Меня обижают, а я улыбаюсь. Меня обижают, а я улыбаюсь. Ну, улыбнись. Смелее. Ну, нам очень весело. Поедем к нам. Тебе будет хорошо. У нашего Арика много-много игрушек. Вот ты приедешь и увидишь сам. Сложи вещи. Господи, я ребенка одеваю. У меня не столько. Мы опаздываем, а ты вот копаешься. Еще. Тоже мне. Дядя Гринко! Здравствуй, девочка. Как ты выросла. Ну, тебя просто не узнать. А это большая Оливик. Ух ты. Я вам очень благодарен. Мне? За что? За все, что вы сделали. А. Мы с женой решили увезти их в Ленинакан. Да. Как? А я? Я уже мальчика устроила в детский сад, и Реви ходит в школу. Не беспокойтесь, пока я жив, дети не останутся сиротами. Мы им родные. Иди, девочка, иди. Здесь твоя тетя. Поздоровайся с ней. Помоги Овик одеть. Вещи собери. Иди, иди. Уже приехали, да? Слушай, странные люди. Сказали, приедем. Три дня на вокзал хожу, в аэропорт езжу. Давно не виделись. Плохо выглядишь. Да-да. Может, заболела? Нет. А у меня новость. Я вот, понимаешь, машину купил. Купил-таки? Купил. Я свое слово держу. Брат живет в кооперативной квартире. Ему повезло. Тесть устроил. Наш дом я отремонтировал. Да? Да. Ну, вот видишь, как все хорошо. Конечно. Говорил ведь тебе, потерпи несколько лет. Другие больше терпят. И ничего, а ты... Может, и потерпела бы.
А-а-а. Если бы ребенок был. Думаешь, родить это все? Надо еще вырастить, воспитать. Вот как. Почему ты меня оскорбляешь? Я тебя? Ты молодая тогда была. Ветер в голове. Ах, ветер. А ты чего женился-то хоть знал? О детях и думать не хотел. Подожди, брата женю. Подожди, бабушку похороним. Подожди, машину куплю. Искалечил меня, а теперь издеваешься. Ревик, что ты говоришь? В тюрьму надо сажать таких, как ты. Ну, посадить ты можешь. Могу. И зачем ты только на этот свет родился? Такой эгоист. Думаешь, машину купил, так и человеком стал? Не кричи, люди смотрят. А ну иди, а то милицию позову. Как ты сюда попала? Я взяла и убежала от них. Боже мой, ты совсем окоченела. Пойдем скорее в дом. Глупенькая ты моя. Ты убежала ко мне? Да. Ко мне. Ой, руки совсем замерзли. Сейчас их отогреем. Вот здорово. Это моя комната. Тебе нравится? Угу. Нравится. Сейчас я тебе что покажу. Пошли. Это замечательная вещь. Проигрыватель. Я его включаю тайно, потому что моя хозяйка без конца мне повторяет: вы слишком много тратите электроэнергии, пожалуйста, поэкономнее, пожалуйста, экономнее. И я вынуждена ее слушать. Как ты меня нашла? Как ты сюда попала? Я все делала так, как ты меня учила. Так. Я улыбалась, им улыбалась, ага. А потом, когда они стали собирать вещи, я взяла и убежала. Ох. Это невозможно. Ну, так нельзя. Я останусь у тебя. Так нельзя, ты сама понимаешь. Это же твои родные люди. Твоя тетя, твой дядя. Так невозможно. Ну, как ты это сделала, а? Нет, я останусь с тобой. Ну, я не могу... Я не имею права. Я чужая тебе. Нет, это неправда. Чужая? Если ты меня прогонишь, я буду самой несчастной, самой злой, и никому никакой радости от меня не будет. Ты сама говорила. Ой, я тебя не прогоню. Не прогоню. Никому тебя не отдам. Слышишь? Хочешь, мы с тобой чай будем пить? Ну, конечно. Раздевайся. Ой, нет, здесь холодно. Не надо. Ты замерзла. Возьми мою шаль. Сейчас я принесу вкусное варенье. Сейчас поставим чайник. Он быстро подогреется. О, как он пропал. О. Вот оно. Еще раз здравствуйте. Я на вас зла не держу. Девочка должна уехать. Идите, скажите, что вы к нам приедете. Идите, скажите. Все равно одевайся скорее, нам некогда. Ты его согласия никто не спрашивает. Не хочу. Оревик, скажи этим людям, что я не хочу с ними подожди, ехать. Подожди, подожди. Успокойся. Почему ты так говоришь, эти люди? Это твоя тетя, твой родной дядя. Угу. А? Не поеду. Поедешь. Ты поедешь с нами, чтобы Овику было веселее. А через неделю к нам приедет твоя Оревик. Ведь так мы договорились, а? Ты правда приедешь?
Не волнуйся. Да, конечно. Да, да, да. Приедет. Да. Пошли. Как же мы без нее? Иди. Обязательно приедет. Ревик, я приеду обязательно. Верь мне. Я всегда тебе говорю правду. Угу. Поехали. Я сама больше недели без вас не выдержу. Ты только не скучай, ладно? Садись, садись. Не скучай. Ты наш уговор помнишь? Да. Правда? Посмотри мне в глаза. Ну, а теперь улыбнись. Ну, как я тебя учила? Ну, веселее. Еще веселее. Молодец. Вот. Ты что, приворожил ее, что ли? А ну, закрой дверцу. Мы едем или не едем? Что ты кричишь? Полдня из-за вас потерял. Авдалян Жора на проходную. Авдалян Жора на проходную. Жора Авдалян на проходную. Жора Авдалян. Что? На проходную. Не видишь, я занят. Чего звал? Тебя кто-то спрашивает. Где? Там у входа тебя ждут. Кто? Ты? Я. Зачем пришла? Отвези меня к нему. Кому? К Андронику. Я знаю, ты к нему ездишь. Да, езжу. Ну и что? Езжу. Ну, отвези меня к нему. Зачем зря человека беспокоить? Не возьмешь меня к нему? Я сама его найду. Ладно, возьму. Сейчас приду, подожди меня. Ну вот, я сейчас приду, ты подожди меня. Слушай, включи счетчик. Не лезь не в свое дело. Нет, включи счетчик. За твой счет я не хочу кататься. Вы правы. Когда в машине пассажир, счетчик должен быть включен.
Вот, держи. Что это? Не для тебя, не беспокойся. Не беспокойся, пожалуйста. Я к нему с пустыми руками не езжу. А я тоже кое-что везу. Что у тебя? Вот, конфеты, там фрукты, печенье. Что? Ну что же, вкус у тебя неплохой. Вот здесь. А где тюрьма? Это не тюрьма, Оревик. Здесь работают те, у которых срок меньше года. Вон, видишь, в земле ковыряются. Видишь? Он там? Да. Иди. А ты? Я здесь подожду. Иди. Иди, иди, не бойся. Здравствуй. Здравствуй. Зачем это? А это тебе Жора прислал. Он там в машине сидит. Все никак успокоиться не можешь. Ешь. Не хочу. Тебе хорошо, да? Да, очень. Да, я это вижу. Сидишь. В земле копаешься. А мне одной отдуваться приходится. Все шишки на мою голову валятся. Сама виновата, мозолишь всем глаза. Давно забыли бы тебя и кого-нибудь другого обвиняли. О! Значит, это я одна во всем виновата, да? Я? Чудная ты. Нет, ты выслушай меня до конца. Вот скажи, скажи, что я могла сделать и чего я для тебя не сделала? Ну скажи, неужели тебе... Тебе бы было легче от того, что я тогда бы сказала неправду на суде? Да ерунда это, ерунда все. Ерунда? А почему тогда твои друзья меня обвиняют? Почему? Почему на меня все сваливают? Это от беспомощности. От беспомощности, понимаешь? Ну вот Жора, вот друг мой, вместе выросли, а в моем несчастье оказался беспомощным. Не в силах мне помочь, от того и злиться, и признаться не хочет. И кого-нибудь другого обвиняет. Обвиняет. А что, от этого они сильнее становятся? Не знаю. Люди тут сидят со мной, смотрю на них. Никто не хочет признавать себя виноватым. Никто. Одни обвиняют родителей, другие друзей, третьи жен, четвертые детей.
Никто не хочет признавать себя виноватым. И обязательно кого-нибудь ненавидят. Ты меня тоже ненавидишь? Бывало иногда. Нет. Нет, неправда. Неправда. Ты не мог ненавидеть. Ты ведь сильный человек. Ах, какой я сильный человек. В ногах валялся. Потерял голову от страха. Ну, подумаешь, в ногах. Ты же не из-за себя. Ты за детей боялся. И за детей тоже нельзя. Ой, какой ты самолюбивый. Все о себе, о себе, о своем самолюбии. А помнишь, я тебе сказала, хочешь, я попрошу твоего начальника, чтобы он отпустил тебя домой с детьми повидаться, мать повидать? Так нет, самолюбие помешало. Как же это он в таком виде дома появится, как будто мне все равно в какой-то телогрейке. Как бы я поехал? Да подожди, дай мне сказать, в какой телогрейке или шапке ты придешь? Подумаешь, увидел бы детей, мать родную. Твои друзья их сиротами считают, болтают, не бросим бедных сирот. А почему? Каждый из вас в своих переживаниях копается, думает о каком-то самолюбии, а все это валится на головы детей бедных. Так нельзя. Они не выдержат. Ты знаешь, Андроник, я боюсь слабых. Да, да. А слабый человек – это самый страшный человек. Вот я все сказала. Ну, не уходить надо. Я очень хочу, чтобы мои дети жили с тобой. Очень хочу, чтобы они росли возле тебя и были похожи на тебя. Я понимаю, тебе будет очень трудно. Да. Но я скоро вернусь домой. Вот как. Ты что выдумал? Почему? Почему они должны быть похожими на меня? Ты что, издеваешься надо мной, да? Долго думал, а? Да кто я им такая? Да они меня слушаться не будут. Что я им скажу? Здравствуйте, я ваша тетя. А зато Мари кто скажет? А почему они меня не будут слушаться? Очень даже они меня слушаются. А зато Мэри...